Добрый вечер, или день, или утро, кто когда смотрит это видео. У нас новые распаковочки, но с видео произошла маленькая ошибочка, ну даже не маленькая, а большая, просто когда распаковку саму заглючила и видео удалилось. Поэтому курточки уже распакованы, буду вам показывать то, что уже сама посмотрела. Приехала к нам детская курточка с Алиэкспресс, я приехала на Укрпочтой, доставка была 12 дней. Курточка сама очень классная. Смотрите, манжетики. Ребеночку зимой будет не холодно. Это я своему сыну Ле заказала, потому что он у меня очень любит динозавров. Вот, смотрите, какие красивые динозавры. Разного цвета. Карманчики. Карманчики бирочка очень красивая. Карманчики сами глубокие. Подкладочка плотная, хорошая. Замок очень классно работает. Все отлично. Видите, туда-сюда. Все работает. На бирочке написано 4-5 лет. Так. Подкладочка флис, очень теплая, приятная к телу. Подкладочка на рукавах обычно такая, во всех курточках детских, сколько я их видела. Поэтому здесь тоже стандарт. Вот есть бирочка, на ней тоже ничего особо не понятно мне. Тоже 5Т. 5Т это с Китая, по-китайскому. С китайского на наш называют. Означает 5 лет. Так, капюшон тоже на флисе, тепленький. В принципе, курточка шикарная. Мне очень нравится. Качество очень классное. Я думаю, моему сынуле очень понравится. Он сзади очень красиво смотрится. Замеры куртки я напишу в комментариях к этому видео. Поэтому читайте, смотрите. Если кому-то захочется такую курточку своему малышу, пожалуйста, пишите. Я помогу к заказам. Так, вот приехала вторая курточка к нам. Очень классная курточка. Я уже ее пощупала. Значит, замок тоже отлично работает. Вот она такая вся. Ну, посмотрите фотографию, потому что не очень хорошо видно. Карманы тоже глубокие, очень стильно сделаны, видите, с такими штучками прикольными. Два к�рмана, вот поясочек есть, чтобы затянуть, чтобы было не холодно, не продувало зимой. Тоже вот такие, сейчас посмотрим, это украшение или карман. Нет, это украшение. Два замка. Здесь тоже есть манжеты, чтобы зимой не задувало, не попал сюда снег. Тоже очень удобно. Курточка сама очень такая плотненькая. Видимо, там в середине или пух, или какой-то холофайбер. Честно, даже не знаю, потому что там не написано в описании, в объявлении. Вот сзади такой прикольный тоже декор курточки. Интересные такие штучки. То есть спинку не дует, видите? Зажимает поясок. И сам мех. Сам мех очень классный, видите? Красиво как смотрится, блестит. Вообще шикарно. Я думаю, если его еще расчесать, он вообще будет супер смотреться. Мех пристегнут на пуговицах. Можно отстегнуть, курточку постирать и обратно пристегнуть мех. То есть очень, очень классно. Мне нравится, когда мех отстегивается. Так, здесь тоже на этикеточке у нас что-то написано. Размер L. Замеры я вам напишу в комментариях к видео. Не буду сейчас мерить. Это будет очень долго, но никому не интересно. Так. Если есть какие-то вопросы, пожелания, пожалуйста, пишите в комментариях. Я обязательно ваши пожелания учту. На вопросы все отвечу. В принципе, курточка зимняя, очень классная. Сейчас примерю. Муж сфоткает и выставим фотки. Подписывайтесь на наши видео, на наш канал. Ставьте лайки. Пока!